Прохождение через Черноморские проливы состоялось 15 июня. Большой десантный корабль Черноморского флота ВМФ России проекта 1171 Николай Фильченко в пятницу, 15 июня, вошел в акваторию Средиземного моря через пролив Босфор.об. Этом сообщили корреспонденты Интерфакса со ссылкой на стамбульские информационные порталы, опубликовавшие фотографии прохождения российского военного морского судна через Черноморские проливы. Как отмечает издание, по утверждению зарубежных информагентств, БДК направляется в порт Тартус, расположенный в Сирийской Арабской Республике, где находится российская база материально-технического обеспечения. Источник видеозаписи – youtube.com/Александр Шикун. Помимо этого, журналисты рассказали о том, что 10 июня через эти проливы проследовал российский сухогруз «Кижма», направлявшийся в Тартус. На палубе корабля были замечены большегрузные контейнеры. 12. Хочешь знать больше? Подпишись на наш блог в Яндекс.Дзен, мой профиль, редактировать профиль, создать свой виджет о сервисе, выход загрузить из интернета, добавить изображение, загрузить изображение и войдите через социальную сеть или анонимно войти как гость, разрешить публиковать, в комментировать новые, новые, лучшие, ранее, новые, лучшие, ранее, подписаться, поделиться, новые комментарии. Никто еще не оставил комментариев, станьте первым. Следующие комментарии.